Друзья, и этот день не обошелся без трагедии. Только что в интернете появилась печальная новость, которая распространяется очень быстро. В скором времени вся Россия узнает о том, что произошло сегодня ночью с нашей любимой российской актрисой театра и кино Аленой Яковлевой. За годы своего творчества актриса завоевала сердца многих мужчин. Нам сообщают о том, что этой ночью где-то в 3 часа в одной из больниц города Москвы в срочном порядке была прооперирована актриса Алена Яковлева. Ей сделали сложнейшую операцию на сердце. Что произошло конкретно с ней, пока никто не сообщает, а родственники что-то скрывают от средств массовой информации. Мы будем держать вас в курсе всех событий, надеемся, что уже утром в нашем новом выпуске появятся подробности этой трагедии.